И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay, мы продолжаем играть в Пенумбру Истоки Зла. Я записываю сразу пачкой, я даже не выходил с игры. В прошлой серии мы взорвали проход, мы пришли сюда, непонятно куда, я не знаю, что это за место, наверное, вспомогательная какая-то шахта. Там нас напугала какая-то говнина, потом мы нашли рацию, нам сказали код с помощью азбуки Морзе. Куда этот код пихать, я не знаю. Вот эта хрень меня напугала. Мне кажется, этот код надо пихать именно... там, где была эта панель. Может, все-таки попробовать? Я не хочу, конечно, открывать. Давай. Старая давно не работает. Вот здесь вот это какая-то дрянь сидит. А, вот она. Иди сюда. Иди, сука, сюда. Давай. Че, сыканул? Сыкло. Так, ладно. Так, идем. А куда идем? И что? Типа хорошо, ну дальше что? Я здесь был. Точнее, я везде здесь. Зачем это вообще нужно? Ты в курсе? Я не в курсе. Зачем это надо? Ну да ладно. Куда этот код вводить? Я понял. А кто здесь живой-то? Он мне помогает. Так, ничего нету. Ладно. Так. Стой. Там был от чего-то код. Помнишь? Не вот эта панель, а там что-то было. Надо было что-то открыть. Я вышел? Что-то было... Стоять. Гребаные коробки. Я ж мурашки по коже пошли. Там что-то было с кодом. Я ж помню, дверь какая-то. Или мне это уже приснилось? На почве страха. А? Как думаешь, мне это приснилось? Или это было? Это было, мне кажется, в генераторной. Это ж было в генераторной. Так. Я сюда могу вообще пойти, нет? Или не стоит? Мне кажется, здесь слишком глубоко. А там есть лестница. Видел? Пиздец. Ясно. Что надо? Я упал. Че ты тут орешь? Где ты это делаешь? Совсем дурной. Ну и чё? Допустим. Это кто-то вырыл, чтобы сделать ловушку? Ну зачем? Зачем это? Тут ничего нету, абсолютно. Так, подожди, а если я вот сейчас... Тише. Так, ладно. Ничего нет. Идем наверх. Это просто типа приколюшка? Дурная приколюшка. Очень дурная приколюшка. М.
Очень дурная. Ладно. Что-то вроде защитного экрана. Только здесь не везде экран есть. В том-то и дело. Для чего эта дрочь? Мне что-то надо сделать. Это главный генератор. Но чтобы включить главный генератор и повернуть рычаг, нужно, во-первых, завести стартер. Вот это тут. Вот это, да. Вот оно. Батарея. Здесь нету батареи? Да вроде здесь есть батарея. А давай сюда втыкнем один предохранитель. А, вот сюда. Не получится. Не получится, не получится. Мне-то что? Так, запасной предохранитель может пригодиться, но с этим, похоже, полный порядок. Здесь порядок? Так, может, здесь нужен предохранитель, не? Давай сюда втыкнем. Надо как следует подумать. Так подумай. Скажи мне, что делать. Список дел. Главный генератор не запустится без стартера, а стартер без электричества. Ход вглубь шахты закрыт автоматической дверью, без электроэнергии она не откроется. Ну, то есть мне нужна электроэнергия. Может мне почитать еще по ЧП? Так, заметки, где вот эта вот инструкция к генератору? Так, подожди. Убедитесь, что зона вокруг свободна. Подключите и подтвердите готовность резервного контура путем поворота соответствующего вентиля. А я не знаю, какой вентиль. Включите систему охлаждения для предотвращения перегрева. Стравливайте пар до приведения давления в норму. Включите подачу смазки. Убедительно, что утечка смазки минимальная. Повернуть основной вентиль и подтвердить готовность основного контура. Так, активное положение. Ну, я понял, в принципе, что вот это... Вот это главное, наверное. Это, наверное, надо с электричеством делать. Травливайте. Вот это смазка. Вот это, наверное, пар. Здесь ничего нет. Что делать-то? Здесь работает главное, что. Так, вспомогательное электри... Так, пойдем смотреть. Здесь есть вспомогательное электропитание. Куда оно делось? Защита от падающих камней. Это не то, что мне надо. Во! Оно? Идем. Да? Куда идем? Это оно же, да? Нет? Заткнись. Секунд. Да что такое? А, собаки. Здесь и написано, что здесь собаки, вон. Сколько собак? Одна? Ты одна, скотина? Пока вижу одну. Надеюсь, одна. Так, давай. Работай. Я код знаю. Мне нужно только включить электричество. Ну а как его включить? Не зря же здесь сюда надо как-то пройти. Сюда проход какой-то, а? Подъем. Зачем он? А вот так вот. Ай, больно-то как, а? Здоров, насколько это возможно. Здоров, насколько это возможно. Ну, может, все-таки тут что-то? Я здесь только генератор нашел. То есть предохранитель, не генератор. А то сейчас всех запутаю. Допустим, мы идем. Здесь пусто.
Здесь лампочки. Здесь. Вот от чего-то оно работает. Вот оно работает от чего-то. От вспомогательного электричества. Так ведь? Где это вспомогательное электричество находится? Вот это? Не. Да иди ты. Мне не это надо. Вот оно откуда вот аж идет? Понять бы... Открой. Не хочет. Откуда ты идешь? Откуда? Какой-то тупик начался. Код дают. Все хорошо. А вот энергии нет. Может, все-таки стартер батарея там есть? Просто мне ее надо под... Да ты достал свои ноги ломать. Ну пойдем опять в генераторную. На пару лампочек, говорит, хватит. А что делать? Так, вот смотри, у меня есть металла. Не хотелось себе старая взрывчатка, но похоже придется. А может закинуть к этой фигнюшке, не? Замок висячий. Все еще годный. Я даже понимаю, для чего он нужен. Этот... Часть вспомогательного питания. Оно же вот подключено сюда. Значит, оно работает. И мне просто надо... Ключи. Стартер. Батарея здесь есть. Давай, ладно. Суй. О. Так, дальше. Вот это. Допустим, может вот это. Нет? А это смазка вообще? Смазка не нужна. Отстань. Вот это? Нет. Оно не работает. Голова моя, если честно, тоже не работает. Что мне с этим делать? Не понимаю. Что мне с этим делать? Что? Баллон с пропаном. Что ты хочешь от меня? Здесь есть вот. Идет сюда. Шнур. Он идет сюда. Потом идет вот сюда. Вышел сюда. Вот оно. Вот оно идет. Так, кабель такой мог бы обеспечить, но он холодный. Да, он холодный. Короче, ребята, я сейчас скажу. Тут получил батарейку, я тебе сейчас объясню, как я это сделал. Я уже не знал, что делать, я везде облазил, все. Уже начал бить этот ящик, который здесь стоял. Побил вот эти вот деревянные ограждения, они, кстати, сломались. Я думаю, а чё? Дебил. Ящик, короче, сломал тоже. В итоге. Как я его сломал? Его бил до того, пока он не свалился в эту яму. Потому что я здесь пополомал ограждение. Он упал, и оказалось, что здесь... Есть батарейка. Куда эту батарейку сунуть? Я думаю, все знают. Ее надо сунуть сюда. Да? А куда? А где она? Ты видишь батарейку здесь?
Я не вижу здесь батарейки. А, вот она. Да иди ты. Вот сюда нажми. 6. Батарейки, мотор стартера должен заработать. Пора запускать. Пора запускать. Ну давай, пора запустим. Это может случиться, что предохранитель проверить. Что? Предохранитель полетел? Ну да. Кто бы сомневался. Ну точно предохранитель полетел. Здесь вообще что-нибудь работает. Так у меня есть предохранитель. Что это вдруг? Что ты вдруг так переживаешь? Будем надеяться, теперь все заработает, если выдержит предохранитель. Да должен выдержать. Но я ничего не из вентилей, короче, не сувал. Так что давай. Так, или взлететь местный, или просто память дала сбой. Как там в инструкции? Ну ты козел-то, да? Как по-твоему я это должен сделать? Ну, во-первых... Во-первых... Короче, включаем. Есть. Потом ты такой проводишь пары. Есть. Потом ты такой... Ну давай здесь пары тоже проведем. Есть. А потом ты такой берешь и смазку суешь. Есть. А вот это я не знаю что, так что давай мы идем и суем опять. Есть? Ясно. Ясно. Ну что, давай тогда будем разбираться. Так, зона, ага. Подключите и подтвердите готовность резервного контура путем поворота соответствующего вентиля. Какой это вентиль? Соответствующий, чтобы контур это сделать. Система охлаждения для предотвращения перегрева. Стравливайте пар до приведения, ну, как бы, может, вот это начало. Давай вот это первое, это начало. Потом ты такой суешь вот это. Я думаю, что это охлаждение. Охлаждение? Что это? Не знаю, что это. Ну, типа, это охлаждение, давай. Потом мы стравливаем пар. Что такое стравливать? Наверное, высовываем пар. А потом мы такие добавляем масло. Масло же добавляем. Надо, мне кажется, все их сделать. Так, инструкция генератору. Перебивайте решение подачи электропитания в активное... поверхность основы вентиль и подтвердить... Чего? Убедительно, так, подключите и подтвердите готовность резервного, так, сделал. Включите систему охлаждения, допустим, стравливайте пар, включите подачу смазки, ага, поверните основной вентиль и подтвердите готовность основного контура, так я уже сделал. Поверните основного контура. Переведите рычаг подачи электроэнергии в активное положение. Ну это понятно. То есть, вот это что? Это что все? Давай так. Т? Память дала сбой. Все, короче, сейчас накручу. Сделал. Сделал. Стравливаем пар. Стравливай. Сделал. Смазку подай. Сделал. Вот эту фигню сделай. Сделал. Все. Все горит, все готово. Давай сейчас. Готово? Какой же ты козел. Ладно. Угу. Стравливаем пар. Включаем энергию. Допустим. Включаем охлаждение. Допустим. Включаем, устравливаем пар. Быстрее.
Добавляем смазку. Да. Вот это я не знаю что. Давай. Бляха-муха. Здесь подписано хоть что-то, что это? Или я должен догадываться? Теряюсь в догадках. Какая-то гидравлика, очень похожа на управление потоком жидкости. Ага. Символ воды? Охлаждение? Догадаться. Ну нифига я не могу догадаться. Что это? Что это? Что? Что это? Вкл? Выкл? Идем, короче, в... Короче, это первое, давай, вкл. Дальше надо подать воду. Вот это. Допустим, охлаждение, да? Дальше вот это вот пары, 100%. Потом добавим масло. И это что? А может это было первое? А не вот это. Но я не думаю, что это... Или это вкл. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Давай. Опять? Заработало! Заработало? Ну нахер. Сейчас сломается еще что-нибудь. Оно заработало. Я сохранюсь. Я столько времени потратил на это. Мне надо сохраниться. Как я это понял? Надо было читать эту всю фигню. Я уже выучил этот листок. Нафиг. Ну и конечно же... Никак не привыкну к этому. Здесь можно было нажать на вот эти фигнюшки. И он свои догадки скажет. Ладно, пойдем. Надеюсь, не открылось ничего. Ничего не открылось, надеюсь, что не нужно. Всякие там... Ну, вы поняли, собаки. Кстати, я код теперь забыл из-за этого фигни. Я забыл код. Прием. Эй, привет, ты меня слышишь? Слышу. В смысле, а как это? Надеюсь, со слухом у тебя получше, чем с речью. Ну да, да. Тогда слушай, что я скажу. Ты включил свет в конце, в начале и в середине тоннеля, ну? Но кое-где осталась темнота. Ну-ну. Мое сообщение помогло? Вот да. Ты слышал такое пиканье, азбуку Морзе? Да. Сейчас тебе надо устроить дыру в стене, там справа за оградкой. Скорее, нет времени объяснять. Честно говоря, только времени здесь и навалом, но от любопытства кошка сдохла, так говорят. Ты кто? Кто ты такой? Какого черта здесь творится? Здесь это... Ведь это радио бесполезно. Кто ты такой? Откуда ты? Ну, если это тот, кто... У него ж язык, он ж язык себе отрезал. А собаку? А может собаку приманить? Собака, ты жрать хочешь? Я думаю, ты хочешь жрать. Я в этом уверен. Ты прям хочешь пожрать. Иди пожри. Тут мясо есть, тут прям хорошо. Давай тыкать. Что будем тыкать? 5. Давай, короче, я помню, что было 5, 7, 3, 8. Сука. Иди сюда, гнида. Иди сюда. Иди сюда, блять. Сюда, сука, ты тупая. Давай. Блять. На. Иди сюда. Да почему ты? Ага. На. На. По башке. По башке тупой. Совершенно. Тупорылой. В башке твоей. Мясо только на тебя переводить. У тебя даже вон кишку. А... Подожди. Ну почему ты такая? Ты больная или у тебя все хорошо? Что это? Это кусок мяса от тебя отлез? Почему ты живое? Допустим, пролом в стене напротив. Здесь одна была собака или две? Можешь ее тоже чем-то забить, а? Пойдем. Можно тебя взять? Нет? Жалко. Так, хранилище раскопки. Напротив оградки.
Все, так, ого, это комплекс больше, чем я думал. Чувствую себя не лучше крысы в лабиринте. Хотелось бы верить, что проживу подольше. Где я? Где я? Так, вот центральное. Охренеть, хранилище. Раскопки. Во, генераторная. Вот я прошел. Вот они тут. Так, я был вот здесь, в центр связи. Я был вот здесь, внизу. Это вот такое большое все? Вспомогательное. Подожди, а мне? А зачем мне вот здесь пробивать стену? Давай, короче, тут есть проход вправо. Мне вот это вот все можно взять. Здесь, короче, раскопки, хранилище. Тут кладовая. И то есть я выйду вот так. Ну, пойдем, да. Пойдем налево. Пойдем налево. Долго-то грузится. Со мной поговоришь? Мне так стало не страшно, когда можно разговаривать. О. Знаешь, моя память, она как изъеденная термитами деревяшка. Ну. Давай добавим чуточку разрушений, чтобы когда-нибудь встретиться. Ну. Для этого нам понадобится большой металлический зверь, который пожирает землю и алкает живительного сока, что хранится вместе с другими вещами на складе. Да. Окей. Да, кстати, можешь звать меня Рыжим. Это не мое имя, конечно, но ведь имена, они как пиджаки. Идут, если правильно носить. Ну да. Сука, не то! Сука. Ху! Ёба. Ты сдохла? Блять, я думал, ты сдохла. Ты почему не сдохла? Ты должна была взорваться. Где ты? Блять. На. 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 Лежать, сказал. Всем лежать. Куда-то побежала от меня. Она убежала. Она меня боится. Иди сюда. Да, блядь, да как ты это делаешь? Да хорош вставать. Сколько их здесь? Что произошло? А что произошло? Ты что, что-то взрываешь, рыжий? Ты дурной? Так, что у меня? Ну, я здоров, насколько это возможно. Это очень хорошо. Так, ну я убил собаку. То есть это проход... Помогательный шат. Это посередке проход, понимаешь? Да? Я вроде запомнил карту вроде запомнил. Так, мне нужно раскопки, мне нужно в кладовую. Ну, как бы раскопки ближе. Пойдем, я хочу раскопки полазить. Мне так стало вдруг не страшно из-за того, что он со мной разговаривает. Ну, блять, да сколько вас тут? Твари. Раскопки? Раскопки. Так, это для чего вообще? Это чтобы прятаться или чтобы закрыть эту собаку? Что музыка прикрутилась? Сколько их тут? Я иду в раскопки. Так ведь? Это раскопки. Фух, здесь что-то искрит. Что искрим? Не надо искрить. Так, допустим, да, раскопки. Пойдем. Эти дыры в моем мозгу, они зияют все шире, но тебе не попасть в святая святых, где хранится все самое важное. Путь закрыт. Вещество промеж моих ушей, оно так податливо, мягче прочего. Может, я не столь идеален, как застывшая картина, но мои слова верны и испытаны временем. Чума нового твоего полушария. Посиди-ка тут с моё. Ты что думаешь, я использую тебя в своих непременно коварных планах? Насколько я Чего? Вижу, наша каменная могила все ширится, а ты отвергаешь мою помощь. Будто щенок, ты радостно катаешься в собственных какашках. Надеюсь, извращенная мораль будет тебе лучшим советчиком, потому что с этой минуты только она с тобой и останется. Ты охуел? Я просто посмотреть. А чё он вдруг так спылил-то, а? Он совсем дурачок?
О, я прошу прощения. Иногда мои эмоции хуже глупых щенков, неуправляемые и пованивают дерьмом. Говорят, бережёного Бог бережет. Но я думаю, к нам это вообще не относится. Между ближайшей затопленной пещерой и местом, где хранятся разные вещи, есть тоннель. Второй поворот направо от закрытой двери, и ты найдешь то, что ищешь. Ну, то есть я найду это в это... Ну, там, типа, где ты сказал, да? Ну, иди сюда. Иди сюда, я знаю, что ты здесь идешь. Я вижу тебя. Вижу тебя, падла. На. Сидеть. Никуда. Не убегать. Да куда ты побежала, ты скотина? Я вроде должен от нее убегать. Почему она от меня убегает? Опа. На. Все? Да? Так, кладовая. Хранилище. Так мне кладовая или хранилище? Я ушел с раскопок. Допустим, мы идем в хранилище и в кладовую. Фух, там что-то есть. Или мне кажется? А, мне показалось, ладно. А где сохраниться-то? Так, кладовая. Кладовую или в хранилище мне надо? Ты дурной. Так, давай. Вот черт, не могу я открыть эту дверь. Почему? Может, мы ее сломаем? Давай вот этим. Не, да? Да. А что написано? Список дел. Так, это ограждение справа. Там должно быть дыра или какой-то другой способ пробраться дальше к шахту. Кажется, я нашел хранилище, но его дверь закрыта с той стороны. Надо поискать другой проход. Путь. Так, я так... Как это путь? А ты почему не выбрался, ты, рыжий? У тебя вроде бы нету вообще этого... языка. Если мы о том говорим. Или тут у вас не один, а? Так, давай смотреть. Хранилище, я здесь. То есть сейчас просто по прямой кладовую. Хорошо. Пойдем. Надеюсь, здесь больше нету этих собак. Хочу спокойненько походить. Прям спокойненько. Вспомогательная шахта. Кстати, вот это вот и дырка есть. Кладовая. Значит, мне все-таки сюда. Мне, я до сих пор поражаюсь. Он взял на меня, наехал, сказал, что я в собственных какашках ерзаю на жопе. Совсем дурной человек. Просто так наехал. Так, пойдем. Опа. А ты где вообще находишься? Скажи мне, друг. Что это? Так, это что такое? Бетономешалка. Опа, пила. Достаточно ржавая, чтобы подумать о прививке столбняка, и достаточно острая, чтобы... Или дерево. Ну и? Дерево, пилить дерево. Может, давай спилим дерево? Так, где ты? Где ты? Давай вот так. Да не мясо ты пили. Сюда возьми. Нет? Я думал, ты пилишь дерево. Так, что это? На таком белом не особо видно. Полностью заряженные батарейки, фаер, ясно. Ничего нужного мне. Ты у нас записка. Так, ксенодоклад. Ксенодоклад 66Б. Фаза 9, год там 1992 от РХ. Выполнен главным ксенонаблюдателем, только для старшего инспектора объекта. Глава. Чё глава? В отличие от других находок, 66Б больше подходит на объект искусственного, а не естественного происхождения.
он предоставляет особый интерес и требует соответствующих мер безопасности. Большая часть вещества 63 была найдена всего в 2 метрах от места залежи залегания 66Б. Последний, по крайней мере частично, также состоит из веществ 63 или 6Z, 63 будем говорить, с некоторым количеством действующих дополнений. Артефакт изучает слабый свет, энергия для освещения, видимо, неисчерпаема, что наводит на мысль о верности наших предположений. Разумеется, последствия этого факта очевидны. Необходимые меры уже принимаются. Прогресс в понимании предназначения устройства, ну, если, конечно, у него есть предназначение в привычном смысле, идет медленно. Буквально следуя протоколу, на 7-й фазе я приписал к артефакту своего ассистента. Он пропал на следующий день. В итоге мой человек вернулся на объект из ранее неисследованных районов шахты. Предположительно, он отыскал обходной путь и избежал обвалов. Мы можем лишь гадать о произошедшем, поскольку ассистент страдает потерей ориентации. Я далек от оспаривания решений древних, но с трудом понимаю необходимость проведения обычных научных проверок для данного особого случая. Конечно, я полон уверенности в способностях исследовательской группы, собранной и присланной сюда моим непосредственным начальником. Просто, вероятно, они были бы нужнее на основном объекте. Тем не менее, очень приятно осознавать, что действия каждого члена организации тщательно выверены и контролируются куда более мудрым и высокопоставленными людьми. Помня об этом, я со спокойной совестью заполняю официальный запрос на дополнительные человеческие ресурсы. Мы уже потеряли несколько рабочих при непредвиденных обстоятельствах, преимущественно в ходе исследований, о которых говорилось выше. Дальнейшее изучение шахт требует добровольцев для отправки на задания. Отправки задания слишком опасные, чтобы расходовать более квалифицированный персонал. Выражаясь точнее, люди нужны для составления карты системы тоннелей над вторым объектом. Ну то есть то, что я сейчас вот это делаю, сохраняюсь, эта фигня действует на мозг. Правильно? Причем каждого по-разному. Так, ну мы в хранилище были. Хорошо. Вот это плохо. Где сохраняшка? Где сохранений вообще нету? Или что? Так, вспомогательный. Сука. Он здесь. Раскопки, хранилище. Хранилище как-то можно, я думаю, попасть с другой стороны. Он же мне об этом и сказал. По идее, в хранилище где можно попасть? С раскопок? Так ведь? Так, если с раскопок, то окей. Кладовая, ага. Вспомогательные шахты. Железным шахтом. Ну то есть сейчас я бы, конечно, вернулся, чтобы сохраниться. Пойдем. Все-таки он меня обозвал зря. Я думаю, через раскопки я мог бы. Какая прочная дверь. Ладно. Здорово. Так, ладно. А здесь я не ходил наверх. Бессмысленные проходы наверх. Еще и бьюсь. Так, здесь ничего нет.
А может это надо... Все, бежим, 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 все, бежим, бежим, бежим. Сейчас, наверное, проломится. Да? Проломилась? Нет? Да зачем это вообще? Хранилище, кладовая, вспомогательная шахта. Где я нахожусь? Я здесь был. Так, пойди мне сюда. Нет, мне не сюда. Вот сюда. Давай. Я все понимаю, но мне надо сохраниться. Что? Там же проход еще есть. Куда он проход ведет? А, ну он у вас вспомогательные шахты. То есть я прошел, я понял, где я. Все. Я понял, где я. Так, это мне сюда надо. Ну, раз сохранения нигде нету, то сохранение надо найти здесь. Отлично. Разжижаем себе мозг этой фигней. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.